Меня зовут Якимова Анастасия, я родилась в городе Пскове, училась в средней общеобразовательной школе номер 2, сейчас учусь в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» и не так давно начала заниматься ГО и стратегией, сейчас прохожу обучение у мастера ГО Игоря Алексеевича. Да, и Настя, вот ваша тетрадка, и уже у нас с вами что-то есть, да, здесь? Да. То есть мы уже с вами решали нам задачи. Нам визуально нужно было узнать, что нам напоминает определенное расположение наших камней. На доске. Да, и в Пскове, соответственно. Именно в Пскове, да. И вот вы нарисовали мост, улицу Ленина, да, вот да, это вот. Именно. И корпус университета. Я когда разбирался, я же перевел ваш штарп в электронный вид. Угу. Я не разобрался, что это памятник Ленина. Это памятник Ленина. Да, да. Прямоугольник с буквой L внутри. Да. Итак, Настя, что вам на нашем курсе, на моем курсе понравилось, что не понравилось? Вы говорите прямо объективно мне, в камеру. Да? Честно, мне очень понравился подход, потому что нам не объясняли никаких понятий, просто сразу нас закинули. Вот, как говорят, хочешь научиться плавать, просто вот закинь ребенка в воду, он поплывет. Вот. И здесь вот то же самое. Нам сказали, найди глаз. А где, никто да? не знает, да. что такое что глаз, такое глаз где как должны располагаться камни, что такое дыхание. Вот. Но так как я заходила к своей однокурснице, которая уже занималась ГО, именно подготовкой самих лекций для наших курсистов, вот, я у нее видела книжки, вот, которым я как раз пролистала, посмотрела, мне было достаточно интересно узнать, что это такое, и поэтому я достаточно быстро справилась с этим заданием. Это вот оно здесь, да? Это именно вот оно. И теперь вы можете показать здесь глаз? Конечно. Вот. Где? Раз глаз и два глаза. Ага. Видите, я пытался вас сбить, да? Здесь на самом деле два глаза, да. А здесь два глаза. Здесь два глаза, и оставайтесь с нами здесь. Вы несете синергию на занятиях ГО и стратегии и на Псковском блоге Федерации ГО. Спасибо и до следующих включений.